В минувшие выходные жильцов дома по радиозаводской дом 3 ожидал неприятный сюрприз. Вместо ожидаемого тепла в квартиру хлынул поток воды из отопительной системы. Как выяснилось позже, в нескольких местах хлопнули трубы, оказались затоплены несколько этажей. Один из свидетелей произошедшего, Сергей Клюев, успел записать на мобильный телефон момент затопления. Пойдем, мой телефон подожди. Да ладно, не надо, сейчас так его двинем. Ну давай. Вот так вот у нас в доме дали пробное отопление. Сергей в интервью нашей телекомпании рассказал подробности произошедшего. Произошло это вчера. У нас это не первая протечка была, но вчера был такой грандиозный потоп у нас. Супруга спала, я был на кухне, кофе пил, она прибегает, говорит, что-то течь начало. Мы забегаем сюда, тут уже не то, что там слабая течь, а уже со всех светильников все льется. В комнате во второй все льется. Позвонив в теплосеть, мне сказали, ваш дом нежилой. Повесили трубку. Квартира соседей, что живут напротив, также была залита водой. Вот кухня. Опять же, подчеркну, ламинат весь вспучен. Это я уже снимаю остатки, люди всю воду убрали. Как минимум две семьи понесли убытки от такого печального старта отопительного сезона. Кроме личных вещей владельцев квартир, была повреждена бытовая техника. И неизвестно, в какую сумму обойдется ремонт помещений. И возникает два вопроса. Кто будет возмещать убытки от затопления? И кто будет производить ремонт отопительной системы в доме? Ведь на вопрос Сергея об обслуживании дома коммунальные службы сообщили, что дом нежилой. Но по словам пресс-службы администрации города, заявление о признании дома по данному адресу непригодным для жилья или аварийным не поступало. Но уж если случилась ситуация, здесь необходимо оценить размер ущерба. Здесь существуют в городе различные и оценочные организации, там, где есть строительная экспертиза, товароведческая экспертиза. После проведения экспертизы, на которую я рекомендую обязательно в порядке пригласить представителей и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации для объективности, в дальнейшем предъявляются требования, в том числе расходную экспертизу, той организации, которая с вас собирала деньги все это время за содержание жилья. К сожалению, это не первое сообщение горожан за прошлую неделю о подобной ситуации. Аналогичный случай произошел на улице Совхозной. Прорыв трубы по данному адресу привел к обрушению потолка. Уже через полтора месяца начнется календарная зима, а температура в ночь с 23 на 24 сентября упадет до минус 1 градуса. И неизвестно, в какие сроки поступит отопление по данным адресам, так что жильцам придется жить в неотапливаемых квартирах.